Кто моя девочка? Осторожно! В сердце моей дочки любовь. У нее снег в глазах и мята в крови. С днем рождения, Малу! Миссис Норт, искренне соболезную. Мы задержали трех подозреваемых, но они все из картеля Гарсия. Но ни один свидетель не объявился. С картелями не шутят. Здесь все в их власти. Вы пережили ужасную трагедию. Может, вам просто показалось? Это он. Может, вы ошиблись? Номер 3, номер 5, номер 4. Это они! Послушайте меня! Вы сейчас не в состоянии давать показания. Доказательств недостаточно, чтобы передать дело в суд. Думаете, добьетесь справедливости? Сможете им отомстить? 5 лет назад Райли Норт растворилась, как будто ее и не было. И чем же она все эти 5 лет занималась? Готовилась. Это что-то новенькое. Серьезно думаешь, что это дело рук Райли Норт? 5 лет назад ее семью убили. Она вернулась. Продажные судьи. Грязные копы. Чего я хочу? Я хочу справедливости. Уровень преступности в этом районе низкий не случайно. Это все из-за нее. Ну, хоть кто-то неравнодушен. Найдите ее, даже если придется сжечь весь город. Когда у тебя забирают все, ты становишься кем-то другим. Она очень популярна в соцсетях. Ее подозревают во многих убийствах. Для них она нечто большее. Нас больше, мы лучше вооружены. Как думаешь, чем это кончится? Я перебью вас всех до одного. А там уже как пойдет. Багровая мята.